первое, что нас хотел бы, есть вот определенные правила, они есть придуманные федерацией, руководством ОГА. Есть обязательная защита, есть добровольная. Однажды у меня был в моей карьере такой случай, когда, ну, скажем так, нам бросили вызов. Вы понимаете, о ком я говорю. Ну, нам этого очень не хотелось, но случилось так, как случилось. Поэтому... Алексей Фуфов. Исходя из этого опыта, мы... Александр Алексеев. Если федерация поставит драться, как я могу сказать? Ну, никак, будем драться, конечно. Это наша работа, это наш лев, как Рахима, так и мы. Поэтому я думаю, что наша встреча не за горами уже, она близка. Руководство дало юбилей постановить вперед. Это исключительно твое мнение, чтобы понять. Вот тебе вообще хочется этого боя? Не вижу препятствий. 3 дня назад я получил звонок, который ждал 20 дней. В соответствии с правилами, после того, когда было вынесено решение о том, что Денис Лебедев регулярный чемпион, я должен был связаться со всеми, кто находится в рейтинге. Да? Вот только 3 дня назад откликнулся промотер Рахима Чекеева. Я пригласил его и Рахима на защиту титула Дениса Лебедева. Что-то после этого мы будем разговаривать, но будет опять же зависеть от изменения рейтинга в позиции, от еще чего-то. Это профессиональный бокс, и действительно, если придется провести этот бой в соответствии с правилами, да, вдруг Рахим окажется первым номером, или вам вынесет решение провести этот бой, этот бой состоится. Я думаю, что я немножко добавлю в ответ.